веранда пошла на бок, она скоро завалится. Здесь, да, трещина вот она по всему может дому. Может в любой момент завалиться. Хорошо видно отсюда. Вот смотрите, сама палка, как видите, уже прогнула. Его хотел банк забрать и построить другой дом. Так это самое, у нас здесь нашлось и церковь сразу это самое взяла, и как его, музей, и администрация, и нам квартиры, и все, они отказались. Ну, он старинный дом, он старый дом, музей, он считается как музейная ценность, только какая это музейная ценность, я не знаю. Вот вы видите, что творится, это музейная ценность-то? Историческая ценность, они говорят, что он исторический, а никто не хочет его ремонтировать. Почему такая система, я не знаю. Во-первых, еще дома у них даже нет техпаспорта, они не могут найти концы, кому он принадлежит, то есть, получается, техпаспорта нет, это во-первых. Во-вторых, значит, раз у нас исторический памятник, нет этого документа, что он является историческим памятником, хотя где-то документы такие нашли, что он был построен в 1880 году, такие документы, но подтверждающих документов этого нет. Как вы имеете?